Приветствую вас, Вероника. Вы знаете, очень сильно, я бы сказал, отдает от вашего текста, очень сильно отдает, как бы это так выразиться, жертвенностью. Что вы столько всего делали, ну, для, ну, для бабушки, для прабабушки точнее, вот. Столько всего делали, она этого не оценила. Ну, не смогла оценить, вот, и у вас скопилось недовольство, которое потом вылилось в конфликт, где вы ей все высказали. То есть, понимаете, дело все в том, что вы изначально подошли к этой ситуации несколько странно. Вы терпели то, что вам не нравилось, и делали то, что не хотели. Зачем? Для чего? Непонятно. Почему вас волнует так бабушка? Почему она задевает вас? Ее действия, ее поступки, отношения. Почему она вас задевает? Складывается такое впечатление, что вы не уверены в себе. Сомневаетесь в себе. Быть может, боитесь чего-то. Но совершенно точно у вас нет так называемой личной ответственности. Что это такое? Что такое личная ответственность? Это когда вы делаете выбор в пользу того или иного и отвечаете за него, то есть принимаете последствия выбора. Даже если вам это не очень нравится. Решили вы сделать ремонт своей квартиры, решили вы в это время в квартире не жить. Значит, вы принимаете то, что, где живете сейчас, и принимаете тех людей, с которыми вы сейчас живете. Потому что эти люди, они вот такие. Хотите вы этого или нет? И здесь, как бы, я повторюсь, вопрос в том, что вас, их поведение бабушки, прабабушки и поведение родителей вашего мужа занимает. Просто задайте себе вопрос, почему я хочу, чтобы родители замолвили за меня словечко перед прабабушкой. Какое мне дело до того, что обо мне думает прабабушка? Насколько я уверена в том, что я делаю? Самое главное, насколько эффективно, систематично я защищаю свои интересы? А знаю ли я, где мои интересы? А знаю ли я, где мои границы? Где заканчиваются мои границы, начинаются границы других людей? Вот на этот вопрос вам нужно ответить. Понимаете? Но это определенное ваше состояние. Это определенное психологическое состояние. И вам необходимо определиться с ним, разобраться в нем. Да? Не просто вот вы, как вы говорите, помогите словом или советом, а именно психотерапия. Понимаете? Потому что
вы, вот, давайте я сейчас вычитаю то, что вы написали. Если сделаю что-то не так, иду извиняю. Вот кто, по вашему мнению, да, определяет, что вы сделали что-то не так? Кто? Кто это определяет? Что вы сделали что-то не так? Что вы могли сделать что-то не так? Кто это определяет? Вы? Или кто? Это очень важный момент. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так я могу ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.